когда было принято решение отдать туда моих братьев, мы жили все в Москве втроем, я не согласился оставаться без них в Москве. Я не мог себе представить, как я один буду без своих братьев. Это невозможно. Мамуль была против изначально, но потом она поддалась моим уговорам, просьбам и отдала меня, хотя она этого очень не хотела. Отдала меня в кадетский корпус. Ну, как-то я подумал, что надо порадовать мамулю и ты учиться, и начать. А потом как-то меня засосало, мне стало это интересно. Как-то мне даже это нравилось. Когда моя жена туда приехала, в кадетский корпус мы приехали вместе, я хотел, я показал, где мы учились. Она зашла в мою келью, кубрик это называется на флоте, в комнату, где мы жили, там, шестером, восьмером. Я стал смеяться, вспоминать, как я прятался от зарядок, как я от уроков залезал под кровать. Мне все это было дико смешно, я поворачиваюсь и вижу, что она плачет. Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, боже мой, ты здесь жил, это невозможно. Стоит, рыдает. Ну как? А многие говорят, что ну какая это дисциплина, мальчишки, да ладно, что вы там. То есть кто как воспринимает. Ну, конечно, был определенный распорядок, устав, по которому мы жили. Ну, конечно, всегда есть какие-то обходные пути, где-то можно договориться, где-то офицеры нас жалели, где-то были снисходительными. 1tvnet.ru. Смотрю, что хочу.